Скажи, пожалуйста, чего не хватило, чтобы додавить утят и одержать победу? Да не хватило банально фарта. Мы забивали очень трудовые голы. Разыграли хорошие комбинации. Правда, уже проигрывали при этом. Но все же, сравняли счет, а нам забивали головой, с углового. Там, как только не забивали, только не ногами. Я считаю, что это просто невезение. Как бы соперникам сегодня везло, у них залетало все почти в наши ворота. А помимо невезения, может быть, что-то еще послужило причиной поражения сегодняшнего? Нет, больше ничего. Мы играли в хороший футбол, который не всегда играли в регулярном сезоне, в принципе. Сегодня все боролись. Должны были побеждать, если бы хоть чуточку фарт был на нашей стороне. А как считаешь, дерзкие утята способны дойти до премьер-лиги? Теперь им остался один шаг буквально до этого. Да, думаю, будет сложно им в следующем матче. Думаю, там есть хорошие игроки в команде из премьер-лиги, поэтому, думаю, вряд ли у них получится. Напоминаю, что с Brave New World не будет играть, если кто-то не знает. И последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что вы будете менять в ходе игры, чтобы, может быть, в следующем сезоне уже не получалось такого, что игра у вас получается, а счет все-таки в другую сторону? Да не знаю, нам нужно усилиться, я думаю, пару хороших игроков бы не помешало, которые могли бы обыграть, могли бы отдать там последний пас. Таких игроков не хватает действительно в команде. Вот. Ну, а так, тренироваться мы точно не будем. Будем собираться по выходным. Так что посмотрим, как все получится. Надеюсь, что в следующем сезоне результат будет лучше. Хорошо, спасибо, удачи.